А в Белгородском государственном исследовательском университете начало учебного года знаменует праздничное шествие выпускников. В этом году более 600 бакалавров и магистров облачились в черной мантии и шляпа-конфедератки. Торжественным маршем они прошли через центр города и на университетской площади присоединились к 5000-й армии первокурсников. Академическую колонну по традиции возглавили ректор БелГУ Олег Полухин и члены ученого совета. Есть такое время, золотое просто. Ты уже не школьник, но еще не взрослый. Познаешь науки трепетно и страстно, и бессмертно веришь в студенческое братство. Позади уже учительные экзамены, которые были на самом деле очень сложными. Впереди новые эмоции, новые люди, новые предметы, знания какие-то. Ну, то есть очень ждем уже этого учебного года, уже полностью готовы к нему. Мой первый учебный год, я не знаю, чего ожидать. Только школа была, теперь новая жизнь. Я учусь на учителя математики и физики. Я когда-то провел открытый урок, и мне понравилось, как дети слушают, объяснять, делиться своими знаниями. Занималась у репетитора, в школе мне учителя помогали, поэтому я хорошо сдала экзамены и поступила без проблем. Классическая филология, историко-филологический факультет. Просто я уже давно хотела стать филологом. Мне нравится изучать язык, нравится работа в этой сфере. Закончу 4-й курс, потом в армию надо сходить и буду преподавать. Я учитель истории. Мне понравилась вообще профессия, не разочаровался нисколько, что поступил сюда. Собственно, только сюда я подавал документы при поступлении. Я буду учить на филологический. Раньше я учу русский язык и очень понравилось. И поэтому я приехала сюда. Может быть, потом я хочу быть переводчиком или экскурсоводом. Хотя учеба очень трудная, но преподаватели очень добрые. Уважаемый Олег Николаевич, просим вас передать ключ знаний первокурсникам. Образование мирового.